В библиотеке имени Дмитрия Кедрина прошел очередной лекторий «Эстетическое возрождение русской культуры начала 20 века». Никита Гайдуков, член Союза писателей России, представил гостям встречи альтернативную историю русской культуры. Прежде всего, это новая философия, такая вот новые философские какие-то взгляды. И приходят большие поэты и писатели. Они, собственно, родились до революции. А революция сделала их известными здесь. Ну, это прежде всего, если говорить из литераторов, такие как Бальмонт, Брюсов, Зинаида Гиппиус. То есть вот такие новые совершенно течения, которые потом, позднее трансформировались вот в советскую литературу. Никита Гайдуков представил читателям личный взгляд на творчество многих писателей 20 века. Весь цикл русской литературы преподаватель разделил на темы и ежемесячно проводил лектории для матичинцев. Цикл у нас большой, он был в течение целого года. Мы собирались два раза в неделю. И в завершении, в декабре, мы начали с древнерусской литературы, с летописи. Главная задача таких встреч – привлечь внимание жителей к литературному наследию России. Ознакомиться с афишей мероприятия в Центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина можно на их официальном сайте.